В данном видео я расскажу, что новая версия Tesla Scala 2, версия 47. Основное, что мы добавили в новую версию, это возможность использовать функции скриптов для работы с набором данных, так называемый ResultSet и Data, или DataSet, называется в некоторых языках программирования, с базами данных, полученных от базы данных, и возможность использовать query-запросы при помощи скриптов. Мы это добавили как для традиционных используемых скриптов SQLite и MySQL, а также для новых скриптов Postgres и не скриптов, а баз данных Postgres и MS SQL. О работе с ними я сниму отдельное видео. Откроем первый скрипт. В нем мы задаем по умолчанию базу данных для MySQL, DB Project, DBRS Project. И в зависимости от выбранного типа мы также зададим имя для MS SQL скрипта. О нем, как я уже сказал, я расскажу в следующем видео. Также для Postgres скрипта имя баз данных и для скрипта MySQL. Также мы задаем query запросы. Они для MySQL, для создания таблицы, выглядят таким образом для SQLite. Для MS SQL они выглядят немножко по-другому. Создание таблицы и некоторых параметров. Для Postgres SQL они выглядят следующим образом. Ну, для MySQL они выглядят четвертым образом. То есть для каждого типа базы данных мы создаем свой собственный запрос. Далее мы помещаем эти параметры в глобальные аргументы, чтобы использовать в следующих скриптах. И запускаем, предварительно соединившись при помощи createDBConnection, мы запускаем данный SQL-запрос при помощи новой функции runSQL, указывая имя connection, DBName, и тот запрос, который мы создали в зависимости от базы данных. Создаем три параметра: температура, влажность и давление. Также на новой версии Tesla Scala 2 мы создали для database table, для баз данных, для произвольной таблицы баз данных, такой параметр, как column width array, который позволяет создать ширину для каждого столбца отдельно. Если задан данный параметр, то ширина будет выбираться из данного массива, то есть первый элемент – это ширина первого столбца, второй – второго, третий – третьего, четвертый – четвертого. Теперь посмотрим следующий скрипт с функцией insert. Здесь мы считываем наши параметры из глобального аргумента, потому что они отличаются в зависимости от типа базы данных, которые мы используем. И считываем также так называемый RestName, ResultSetName, то есть результат, имя результата, который мы получим в результате запроса. Ну, в данном скрипте он не используется, мы в данном скрипте используем запрос на помещение в базу данных строки insert. Он не возвращает никакого ResultSet, и поэтому мы просто используем также соединение, то есть делаем соединение с данной базы данных. Если его нет, то оно делает соединение, если есть, то выдает готовое. И runSQL данного query. Скрипт read использует те же параметры, которые использовали предыдущие скрипты, то есть считываем имя базы данных, RSName, username, password, пароль. И создаем запрос на select, то есть чтение из таблицы параметра. Создаем соединение и в данном случае запускаем runSQL query, функцию, которая для базы данных под DBName запускает query и помещает результат в result set с именем RSName. Следующей функции rsmove, rsname, мы перемещаем курсор по данному результату на позицию, которая отображена в теге
Pulse. И читаем столбцы, то есть RS read string из result set подделен RS name и имя колонны pressure или temperature или humidity, то есть влажность. Следующее это update, то есть используем на этот раз query update параметр set и создаем строку для апдейта. Также перемещаем курсор на позицию предварительно выбранного result set и изменяем параметры при помощи run sql dbname query, то есть в данном случае тоже нет возвращающегося result set. И дальше скрипт для чтения уже массива, то есть создаем query select from, из таблицы param и создаем соединение и запускаем run sql query, который возвращает нам result set, и мы помещаем его в RS name, то есть в глобальный массив с именем RS name. Далее перемещаем курсор при помощи цикла, пока он не закончится, при помощи функции RS next и считываем переменную при помощи RS read double температуру. И данные элементы массива, которые формируются в temp и мы помещаем в тег temperature array. Также делаем для влажности и для давления. Все эти скрипты будут запускаться по нажатию на тег, на кнопку. И вот последний скрипт, в котором мы считаем минимальные, максимальные и средние значения всех параметров, используемых на нашей базе данных. Мы запускаем при помощи run sql query, в результате получаем result set и считываем при помощи rsreadDouble num каждый параметр, в который запросить при помощи селектора. То есть первый параметр это минимальное давление, второй параметр это максимальное давление и средний параметр это третий параметр. Давайте посмотрим, как все это работает. Запустим, подсоединимся, получим таблицу наших параметров. Давайте добавим какой-нибудь еще параметр, то есть введем значение в поле. И, нажав на кнопку Insert, запускаем скрипт Insert. И вот наши параметры добавились. Мы выполнили скрипт, теперь считаем массивы, считался температурный массив, потом считаем humidity массив и давление массив. Теперь считаем первый параметр из таблицы, из result set. Смотрим, да, считалась первая строка. Можем ее изменить. И нажимаем update, запускаем update скрипт. Получили в первых строках с измененными значениями. Теперь сосчитаем наши минимальные и максимальные значения. Смотрим, наш скрипт отработался и мы получили максимальные, минимальные и средние значения для каждого столбца. То же самое можно сделать для других баз данных. Для MS SQL давайте создадим таблицу, если ее нет, но она есть, мы уже предварительно создали. Считаем массивы. Теперь давайте создадим Postgres, тоже предварительно создали уже. И считаем MySQL, базу данных. Получили таблицу. Здесь вы видите адреса наших баз данных. Они для MSQL и Postgres одинаковые, а MySQL баз данных расположена на нашем другом ПК.
Также в новую версию мы добавили возможность создавать так называемые темплиты, образцы для группы графических объектов. Мы создаем темплит, называем его каким-либо образом, в данном случае групп, и в данном случае такой же темплит с тем же названием групп. И можем применить для данного темплита те изменения, которые мы сделали для первого темплита, для образца. И все это скопировалось. То есть это удобно при дизайне групповых объектов. Создавать какие-то образцы, а потом все изменения проводить для всех, для других объектов под тем же именем образца. Все, спасибо за внимание. Если будут вопросы, пишите на e-mail или на форум. По Postgres и MSQL другие будут видео.